Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет! По многочисленным просьбам моей подруги сегодня выходит ролик с вебкой. Ссылочку на ее инстаграм я оставлю в описании, напишите ей что-нибудь, я думаю, ей будет приятно. А сегодня у нас кроссаут, между прочим, как бы, а почему бы и нет, в принципе. Поехали, приятного просмотра! Ура, наконец-то спустя 2 часа и 3 минуты нашлась каточка, поехали в бой! В общем... Заткнись, пожалуйста, тебя сейчас на данный момент никто абсолютно не спрашивал. В общем, я решил собрать рандомную сборочку, потому что почему бы и нет, и попробовать на ней... Вай-вай-вай, не ори, Васенька, не ори, сейчас все будет красиво. Ой-ой-ой, заехала Лизочка, Лизочка, а ты не в тот райончик попала, слышишь ты, козлина. Ты не в тот райончик заехала, мать, вообще абсолютно, ты промахнулась. На-на-на-на-на. Хорошо так, Васеньки. Васеньки там скамят по-жесткому что-то. Васеньки, вы не скамьте, самое главное. Пушки сбрили, Васенька. Васенька, детонация пошла, детонация, турбодетонация пошла. Бух! Просто Васенька улетел с поля. Вот и все, вот и все. Но мы, кажется, проигрываем. Мы, кажется, проиграем. Это плохо. Это очень плохо. Но, собственно, что мы могли ожидать от кроссаута? До свидания. Я выхожу из этой карточки. Так, замечательно. В общем, я собрал новый джип. Хороший он или плохой, сейчас мы это и узнаем. Почему опять с дробашами? Понятия не имею. Понятия не имею. Чё говоришь, Васенька? Я тебя не слышу. Я тебя не слышу. Так, секунду. Где? Васенька, Вася, не пихай меня. Ты шо? Ох, ты пацан полетел. Пацан полетел. Хорошо, пацан. Ой, я тоже полетел маленечко. Ничего страшного. Так, вижу. Дельта 6-6. Ни хрена себе. Это чё сейчас было, Вася? Это просто, это 5 секунд, и Вася, до свидания, просто, понятно тебе? Так, это чё, это просто, это one shot, one kill, Вася, сбери с поля его, просто, ловги, пошёл вон отсюда, здравствуйте, добрый вечер! Вася, отдыхай, пожалуйста, отдохни маленечко, промахнись, спасибо тебе, родненький мой, хорошенький. Тебя вообще дамажат мои шайтан-пушечки? Дамажат, конечно, дамажат, Васенька. До свидания с поля, просто отдыхай. Просто отдыхай спокойненько, не спеша, соответственно. Самое главное, не спеша, и самое главное, хорошо. Так, стой, не сбрил пушку, все, тебя сбрил, замечательно. Так, еще один товарищ тут моросит маленечко. Не моросим, товарищ, не моросим. Это самое главное, самое хорошее, самое прекрасное. Так, секундочку, вот так пушечки ему маленечко. Ать, вот и все. Отколупали ему пушечки. И, соответственно, до свидания. Васенька у нас отлетает, и мы побеждаем. Ну, разумеется, а как иначе? Когда у нас было иначе-то? В прошлой катке. Ну да ладно, поехали. Следующая каточка. Итак, прошло 26 недель и 3 месяца. И мы, соответственно, в новой каточке. Итак, карта говно полное, особенно для нас. Но, кстати говоря, у нас же есть пулеметик в этот раз. Пулеметик у нас есть. В общем, мне какая-то выпала недособранная, чуть-чуть совсем, совершенно фургончик какой-то. Вообще, немножко недособранный, абсолютно. Всего лишь пол фургона забыли положить. Вот и все. Но это нас мало волнует. Мы закрываем мост. Если здесь кто-то поедет, а здесь, видимо, никто не поедет, потому что я никого не вижу. Это плохо. Вижу нашего пацана, вижу его уже начали крысить. Вижу опять это Дельта 66. И чувствую, что нам жопа. Чувствую, нам же пен. Так, это у нас стреляют, что ли, пацаны? Че, там махач уже идет, что ли? Пацаны, вы че? А меня-то че не... Ой, там пацанов просто как в проруби раков. Кошмар какой. Нифига, хорошо. Так, скамим его маленечко. Что ты там стреляешь по нам? Не стреляй, мразь! Да ну! Да что это за пушка-то у него? Это что вообще такое? Пулемет ядерный хренодер. Что это за бред-то вообще? Так, что-то у нас дождик, ливень пошел. А мы, соответственно, собрался у меня в этот раз такой вот бычара. Бычара такой шайтанский. Единственное, я не понимаю, зачем справа вот эта вот хрень. Но да ладно, ничего страшного. Это ж бык.
Так, в общем, у нас есть два дробовика. Один заряженный, у вас сейчас, смотри, горит уже, смердит, пердит. Второй, значит, обычный, соответственно. Вот, у нас спереди есть такие два ножичка, тесачка, но они нам ничем абсолютно не помогут, ни в каких условиях, ни в каких случаях. Это плохо, это плохо, это абсолютно нехорошо. Так, сейчас сюда приедут враги и нам, соответственно, жопу надерут. Но мы будем стараться, чтобы, соответственно, не обосраться. Правильно? Правильно. Правильно, правильно, максимально, я тоже так считаю. Васенька, ты самое главное не кипишуй. Я тебе пушечки уже две отбил, я тебе сейчас еще третью отобью, чтобы тебе вообще жизнь медом не казалась. Потому что жизнь это не мед, жизни надо стремиться вверх, а соответственно ты сейчас постремишься у нас вниз. Ох ты, Васенька, ты что так грязно делаешь? Это прям мне от врага прилетело, что ли? Васенька, добрый день, а как у вас делишки? А как у вас делишки? А вы не ожидали, да, то, что я за вами поеду? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Васенька. И это была твоя величайшая ошибка. Это была твоя величайшая ошибка. Братишка, а ты может быть... А, мы захватываем базу, потому что у нас челы умные, потому что они... Ну, конфетка, персик, просто какие молодцы. Просто лучшие. А я даже не заметил, понимаешь, я дефил нашу базу, они захватывают уже врагов. Ну, просто молодцы. Потрясающая каточка. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился данный видеоматериал. Подобные ролики будут выходить раз в месяц. Ну, а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр и до следующей субботы. Всем пока.